Дорогие мои друзья, любители джаза, мне чрезвычайно приятно с вами говорить, потому что мы не встречались полгода из-за тех обстоятельств, которых вы знаете. Там все говорят коронавирус, там еще что-то, но это так и есть. К сожалению, мы не встречались. И сейчас у нас есть возможность снова встретиться. 17 октября в Дворце культуры «Металлист» пройдет совершенно уникальная программа, которую я предлагаю сейчас вашему вниманию. Джазовая программа джазового квинтета Дмитрия Носкова. Программа, которая называется «Фрэнк Синатра». К сожалению, Фрэнк Синатра уже нет среди нас, он умер в прошлом веке. Но музыка его, песни его, которые он исполнял, живы. Их любят до сих пор. И человек, который их будет исполнять, полюбится и вам. Зовут его Дмитрий Носков. Он живет в Москве. Это композитор, аранжировщик, певец, продюсер, который написал музыку более 50 фильмов, самых известных, к спектаклям, делает аранжировки многим артистам эстрады, джаза. Золотого репертуара Фрэнка Синатры Дмитрий Носков известен довольно широко. Он выступает во всех джазовых клубах Москвы и в джаз-клубе Игоря Бутмана, Алексея Козлова, в Санкт-Петербурге, ну, в самых главных джазовых точках России. Его концерты происходят с неизменным успехом не потому, что он исполняет репертуар Фрэнка Синатры, а потому что он свой. Вот вы увидите через пару минут его концерта, и вам покажется, что это свой человек, ваш друг. Он ведет себя настолько непринужденно, ведет программу, разговаривает с публикой, заводит ее. А репертуар, который он исполняет, он апробирован не только в 60-х годах прошлого века, когда он был царем эстрады и джаза. Он апробирован и сейчас. И не только потому, что до сих пор живы поклонники Фрэнка Синатра, а потому что искусство Фрэнка Синатра оказалось очень долговечным. Оно до сих пор живет, оно до сих пор близко. И радует, и заводит, и приводит в состояние эйфории, желание жить. Ну, а на наших концертах, как вы знаете, всегда присутствует такой элемент не просто беседы с публикой, но и вовлечение ее в сам концерт. Где-то кто-то, может, подпоет, кто-то что-то поаплодирует, кто-то еще что-то. Вот такой вот жизнерадостный, жизненный концерт предстоит 17 октября, который пройдет во Дворце культуры «Металлист». Начало 18 часов. Это суббота. Заметьте, очень хороший день. Ну и в программе также примет участие известный вам музыкант из Америки Арк Аврудский, который будет играть, как всегда, на контрабасе, великолепно, он блестящий контрабасист. Вот. И остальные музыканты, которые вам неизвестны, но вы познакомитесь в процессе концерта, потому что концерт, как всегда, в двух отделениях. Так что до встречи на нашем концерте 17 октября в ДК «Металлист».